скоро этот брусок клена превратится в кубики, но прежде его нужно хорошенько зачистить и отфрезеровать, чтобы дети не поймали занозу. На барнаульской фабрике производить игрушки начали 10 лет назад. Сначала ассортимент был скудный, сейчас уже свыше 200 моделей, которые поставляют в детские сады по всей стране. Причем повышенный спрос, отмечают специалисты, на игрушки с патриотическим смыслом. И конструкторы идут, спортивное оборудование хорошо берут. Сейчас очень хорошо берут патриотическое, то есть эти вот бизиборды, всякие стенды, декорации, что связано с патриотизмом. Бизиборды, то есть доски с развивающими элементами, еще один тренд времени. Впрочем, из-за множества интерактивных компонентов, которые развивают мелкую моторику и память, такие игрушки стабильно пользуются спросом, независимо от того, местного они или импортного производства. Но поскольку барнаульская фабрика – социально ориентированное предприятие, которое поставляет свою продукцию в бюджетные учреждения, государство регулярно оказывает ему финансовую помощь. Это помогло организации устоять и даже продолжить развитие в непростой период экономических санкций, когда серьезно сократился рынок сбыта продукции. Санкции мы получили вот с началом СВО, когда нам перекрыли дорогу и в интернет-магазины Etsy. Вот. Мы перестали работать из Германии, мы перестали продвигаться и по Франции. Вот. И все, сейчас только осталась Россия. Что касается Китая, мы сейчас внимательно изучаем их рынок, что им нужно. Потому что, насколько я знаю, они покупают российское дерево, а мы работаем с деревом. И им, наверное, даже будет выгоднее покупать нашу готовую продукцию. Но сложности даже закалили, и сегодня фабрика приросла заказами. По объемам уже превзошли прошлый год. В планах промышленная ипотека для создания цехов по производству пластмассовых и металлических игрушек. И пусть наборы не будут столь проработанными, как у передовых импортных производителей. Зато они экологичны, проверены, а значит безопасны. И их можно доверить даже самым маленьким потребителям. Даниил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.